Здравствуйте, ребят! Это Сорока ТВ. Сегодня 7 декабря, и в этот знаменательный день проходит первый новогодний дебют первокурсника 2015 в новом корпусе, в новом зале, с новыми ребятами. Итак, ребята, с вами ваши ведущие, я Юрий Ягудин и, конечно же, Макс Кельшев. Давайте окунемся в гущу событий. Вперед! От счастья до боли, от поля до боя. Что здесь вообще происходит? Кто эти люди? Что они здесь делают? Я не знаю, честно говоря, тут какая-то толкучка жесткая, прям... Это безумие. Мне кажется, нас просто хотят мобилизовать. Ну, это студенты, это безумие, и, наверное, это проект Татьяны Николаевны Семеновой. Это дебют первокурсника. Традиционный межфакультетский конкурс «Дебют первокурсника 2015. Город Москва. Финансовый университет». А я второкурсник. Что я здесь делаю вообще? Занда, здравствуй! Ты куратор дебюта 2015 менеджмента. Да. Скажи, что ты чувствуешь? Счастье. Счастье, здоровье. Да, счастье. Кричалка на сегодня у менеджмента. А у менеджмента? Да, это менеджмент. Да, детка. А почему у нас дебют первокурсик проводится не в ККЗ, а вот в большом зале? Ну как почему? Потому что очень много народу. Это классное мероприятие, которое рассчитано на весь большой университет. Опа-опа-опа-на, менеджмент хорош, во. Главное, чтобы они просто помнили эти эмоции, которые сейчас у них, ну, реально сидят, них переполняют. Пусть они реально это помнят, и каждый раз, когда, ну, может, станет грустно или... Просто захочется тепла, они это вспомнят, и это их согреет. А сам что вынес из дебюта? Ну, здесь мало каких-то самых простых слов, потому что они тоже заряжают тебя эмоции, они заставляют тебя двигаться, не останавливаться, идти вперед, стараться сделать, ну, и себя лучше, и помочь им. Скоро Новый год. Что ты хочешь от Дедушки Мороза? Бороду свою. Большую? Седую. Вообще, мне уже подарили хороших первокурсников. Если Дед Мороз может подарить немножко денег на проект, то нормально. Мне очень нужен диплом, пожалуйста, подарите мне диплом. Тема венчурные инвестиции. Очень-очень нужно. Вот и подошел к концу этот день, подошел к концу этот дебют. Менеджмент, конечно же, выигрывает лучший сценарий и лучшие танцы. Мне ничего не остается добавить, как с вами были Макс Кельшев, Юрий Ягудин, Сорока ТВ. И это менеджмент! Yeah!